Нас остановили, милиция на трассе, неизвестно почему. Там мои права, да. Документы можно посмотреть? Я хочу посмотреть документы. Да, я хочу посмотреть, как нельзя. А я не знаю, я не уверена, вообще же вы полиция. Да, я хочу, покажите, пожалуйста, документы. Покажите, пожалуйста, документы. Телефон уберите, вам все покажу. Я не могу убрать телефон, я боюсь. Я боюсь, мне страшно. У меня трое деток в машине. Я покажу сейчас. Ничего не нарушила, нас остановили. Мироша, Никита, Даниэль, покажитесь. Мы едем с кинотеатра, остановили беспричинно. Да, мое право. И документы мне молодой человек, который... Да не тыкайте мне телефон. Уберите, пожалуйста, руки от меня. Вы не имеете права меня трогать. Не тыкайте у меня телефон. А я вас не тыкаю. Руки уберите. Свои уберите. Я вас не трогаю. Руки уберите, меня не трогайте. Я стою, снимаю. Вот оттуда. Телефон уберите. Руки убери. Я не буду трогать. Вы меня три раза толкнули. Я буду подавать в суд. У меня пятеро детей. И буду подавать. Вы меня два раза убрали своей рукой, дернули в руку. Видео зафиксировано. Я не буду на 2 метра. Вы меня остановили, мои документы брали. Стойте там. Да, я здесь и буду стоять. Вы не представились. Я буду вызывать полицию. Сейчас буду вызывать. Да, это вы думаете, что кто-то боится вас или что? Мы ничего не нарушали. Мы не нарушаем закон. Я вообще налогоплательщик. Мы не нарушали, да.